Примерно в 70-х годах XI века языковед благородных кровей направляется в Багдад. Якобы там учительствует и там же решает написать книгу, сделавшую его в веках прославленным. Он дает нам вот эту достоверную такую картину жизни языков, народных языков, в среде народной. Вот. Ну и потом он содержит очень важные сведения по грамматике тюркского языка вот того периода 10-11 века. Труд его переписывали неоднократно. Сколько при этом было утеряно, неизвестно. Считается, что рукопись, дошедшая до наших дней, появилась спустя 3 столетия после смерти ученого. Сейчас она хранится в библиотеке Стамбула.